Доброе утро всем зрителям моего канала. Огромное вам спасибо, что вы смотрите мой канал. Сейчас мы находимся в городе Бенидорм. И как я вам говорил, сейчас, конечно, можно сказать, что какой-то прям сезон дождей. И дожди идут каждый день, и вообще, ну не знаю. Когда-то я вам говорил, что дождь это очень и очень хорошо. И это действительно так. Но как мне кажется, что дождь доставляет, наверное, огромные неудобства службам города. Такой сильный ветер, что просто вообще все задувает. И, наверное, если вы видите сзади меня картину, то оно просто даже и не собирается успокаиваться. Интересно, но сегодня всю ночь шел такой сильный дождь, ну прям вот как вот называют, прям стеной шел, что вообще. И, конечно, город от этого видоизменился, особенно видоизменился пляж. Наверное, многие из вас знают этот пляж, который находится в Локало. И, наверное, как мне кажется, если я вам его сейчас покажу, то вы его просто не узнаете. Мне кажется, что среди вас очень много таких людей, которые говорят, вот в Испании очень солнечно, вот еще бы дождей не хватало. Я думаю, что как раз тем людям, которые очень и очень любят дождь, нужно приезжать сюда вот в октябре, в ноябре, и вы будете очень и очень счастливы. Я хочу сказать, что в Испании есть не только солнце, но и есть такой дождь и такая погода, которая очень и очень будет радовать вас. Да, безусловно, как вы видите, пляж видоизменился и, конечно, требуются некоторые ремонтные работы, чтобы привести его в порядок. Но я хочу сразу сказать, что в Испании, вот в городе Бенидорм, в принципе, все это налажено очень и очень хорошо. Как вы видите, сразу приехали службы, которые уже начали этим заниматься. Вот такая история. Но вообще хотелось бы сказать, что погода, конечно, просто изумительная. И вообще, особенно летом, ты всегда мечтаешь о такой погоде. Так что я думаю, что если вы приедете сюда, то вам это очень и очень понравится. Мне так кажется. Фух, в общем, я ушел с пляжа, и потому что там такой ветер, я не знаю, вообще сегодня, конечно. Вообще сегодня я хотел бы вам показать совершенно другое. Сегодня мы собираемся в такой парк развлечений, который находится недалеко от города Бенидорм, так называемый Терра Митика. Сегодня мы хотим туда поехать и кое-что вам показать.
Также хотелось бы сказать, что есть очень интересная опция, когда, если вы хотите посещать этот парк и живете здесь недалеко от этого парка, а может быть и где-нибудь в другом месте в Испании, и просто любите парки, вы можете всегда купить так называемые билеты на целый год. То есть это, как я вам когда-то уже говорил, что это такая пластиковая карточка, которая просто-напросто покупается. Если вы покупаете семьей, то это еще лучше, цена будет еще меньше. И с этой карточки вы можете ходить в этот парк сколько угодно. Я думаю, что ваши дети будут просто без ума и счастливы. Это еще один плюс Испании. И я, в общем-то, думаю, что вы будете очень и очень счастливы. Ну что я могу сказать? Парк, в общем-то, изумительный. И, конечно, всего показать просто невозможно, потому что сегодня еще, как вы видите, такая погода, и мы пошли немного поздно. А сегодня, 1 ноября, как раз был последний день работы этого парка. К сожалению, парк не работает, так сказать, в осенне-зимний период, а начинает свою работу только весной. В общем, вот такая вот история. Но парк просто удивительный. Но также, как мне кажется, сегодня мне удалось снять и удивительную погоду, и удивительное море, и удивительный пляж. Вот. Так что могу сказать. Приезжайте в эту удивительную страну. Живите в этой удивительной стране. Со своей стороны, как всегда, хотел бы вас попросить, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравились мои выпуски, то, пожалуйста, ставьте лайки. Огромное вам спасибо, здоровья, счастья и удачи. Мы ждем вас в этой удивительной стране. И с вами, как всегда, был Дмитрий. Пока!